Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Павлограде сотрудники Департамента областного управления внутренней безопасности Национальной полиции Украины провели спецоперацию. Об этом сообщил директор коммунального предприятия, муниципальная стража Сергей Тищенко. По предварительной информации, был задержан криминальный авторитет, которому инкриминируют статья 255 Уголовного кодекса Украины «Создание преступной группы». Родом из Кривого Рога, ранее судимый, он возглавлял печально известную в Павлограде организацию «Хорд», а также охранную службу «Армада-11», под прикрытием которой, по словам правоохранителей, происходили уголовные преступления, написал Сергей Тищенко по данным чиновника, на счету банды ограбления, разбойные нападения, наркоторговля и ряд резонансных преступлений в Павлограде. Также задержан ряд членов группировки, которым инкриминируют наркоторговлю. Ряд обысков прошли также и у некоторых правоохранителей. По задержанию пока информации нет. Следственные действия продолжаются.